Итак, всем привет, с вами Юнит, и мы продолжаем проходить Хейдес. Нас только что убила... как ее? Гидра. Bonehydra got you again, huh? Real sorry about that. Though you know what? I want you to get back out there, you know, all through Tartarus and Asphodel again, and knock some sense... Okay. Странно, Ахиллеса нет. Ну ладно, не суть. На сегодня главная цель, естественно, одолеть эту гидру. So how did it go? How did you die ignobly this time, pray tell? Cerberus and I can't wait to hear the tale. In that case, I'll spare you the details. Fine. Мы вроде разговаривали, то есть эти подробности все не сохраняются, да? Let's do it. The fated list of minor prophecies. That sounds somewhat exciting, I suppose. You requisitioned that useless bit of parchment. Да, я заказал старинный... Ой, а чё блестит? Это чё такое? The lounging area within the House of Hades is a dismal place to be, in spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants. Угрюмых обитателей дома. It's better than nothing. А ты мне что хотел сказать? На? Nix, you've done so much for me. I thought you might like this. You know your father does not like it when nectar is doled out on the premises, dear child. However, I am not he, and I wished, regardless, to provide you a token of. I'm very grateful, Nix. Черная шаль. I heard lately from the goddess Athena, Nix. She seems to admire you. I thought Olympians didn't like our kind. They typically do not. But you are family, child. And I, why, I believed Athena wise enough to understand why someone such as I would seek her in particular. She has in turn made others in her family aware. You make a good team. Это точно. Так, ну ладно. Hey, that must be the fated list. Так, посмотрим, что за стол. Награда 3 нектара. Награда 1000. Однажды сын Бога мертвых сбежит из царства, где он был рожден. Награда 1000. Так, награда 10. Однажды сын Бога мертвых встретит правителей подземного мира. А. Я кого-то еще не встретил. Так, богиня мудрости. Это что, типа я должен полностью выполнить, и тогда мне что-то обломится, да? А, вот, собственно, я обломилась. Встретить всех. Ну ладно, прикольно, но... Но малоэффективно. Так, золото не знаю, брать или не брать. Толстая кожа нам однозначно нужна. Кипящая кровь наносит дополнительный урон атакой 10% за ранг. Я, наверное, выберу толстую кожу. Ну и пускай золото будет. Какая мне теперь разница? Так, можно сбросить. Но мы не будем этого делать. Maybe the other. I feel different. Пока что оставляем все так. Все равно, пока мы новички, ничего пока еще не смогли добиться, но все впереди. Так, загрузки, слава богу, не самые долгие. Так, 8 у нас, 4. А, кстати, мы почти прокачали до 2 ранга. Пройти 6 схваток с этим, чтобы повысить ранг атака, особо наносит 40% урона, если они не усилены. А, если не усилены каким-либо даром. Блин, тогда фигня. Новинка. Наносит 9% урона по врагам, ранее не попадавшим урона, а также при ударах в спину.
по врагам, ранее не получавшим урона. Такой себе. Блин, что-то все фигня. Так. Фиг его... Нет, это точно нет. Блин, жизни брать. То есть, грубо говоря, если я что-то прокачаю, то минус 40%. Блин, легче тогда жизнь просто брать. Потому что я все равно буду все прокачивать. Так, копье. Да, давайте оставим копье. Опять. Ну что значит опять? Не опять, а снова. И в этом заключается наша жизнь. Ух ты. Гермес. Ой, Гермес. Как там его? Какой Гермес-то? Кто там бог войны-то? Арес. Lord Ares, please accept this offering for giving me such strength as necessary to succeed. You are a flatterer, my death-inflicting kin. And I am feeling generous as well, so here. A small token for you of my affection. You have my thanks, Lord Ares. Фиал с кровью. Прикольно. Так. Атака. Охватывает. Ну, естественно, да, да, да. Этого я и хотел. Самые обычные артефакты. Не знаю, понадобится или нет. А, кстати, я хотел тут это поделиться такой руки везде руки, поделиться таким наблюдением. Игра позволяет 30 минут тебе жить, дальше она начинает тебя просто уничтожать. Не знаю, вот как по мне. Давай, давай, посмотрим, что ты мне предложишь. Критические вероятность. Двадцать процентов шанс критического удара. Давай болевые точки. Так, ключ и тьма. Давайте лучше ключ. Ключей у нас только 4. Эу, блин. Дед? Точно? Давай, ключ мой. Так, сундуков нет. Ладно, спокойно берем молот. Ой, бежим, блин, не успел убежать. Так. Наносит 3 раза, но дальше рывок сокращается на 25. Особый удар заменяется на бросок, наносит 50 базового урона по области, чтобы нанести до 200 базового урона при этом минимальная дальность снижена. Минимальная дальность. Минимальная или все-таки максимальная? Так, это... Чтобы атаковать. Атака после рывка наносит 30... Ой.
наносит урон 3 раза, но дальность рывка сокращается на 25. В одном из пророчеств указано. Ну, понятно, что я возьму что-то из этого. Блин, на 25, конечно, не хочется сокращать рывок, но с другой стороны, наносит урон 3 раза. А особый удар я как бы, ну, юзаю, но не так активно. Давайте. О! Вроде позрелищнее. Конечно, да, рывок уже не тот, но... Но зато атака есть приличная. Да, атака просто офигенная. Давай, давай, ключик мне. Опа, что мы можем купить? Так, у нас 65, 37, ой, 47. Бросок на 50. Ты наносишь ранее, не получишь урона. Ну давай, оба. И усиление на какой-либо навык. Я считаю, что это победа. Ой, а можно было так? Good enough to eat. Так, 83%, естественно, 80%. Вы понимаете, что можно вот так вот одновременно нажимать и будет урон. Ай, нифига себе! Тут же чуть ли не смерть. Ну блин, охереть. Да. Ой, блин, Зевс, блин, я же хотел ему дать нектар. Ё-моё. Рывок. Бросок. При выполнении рывка в момент перед получением урона ближайшие враги будут ударены разрядом молнии. 30. А рывок. Давай, блин, ну конечно, по здоровью я так просил дико. Да, против этого врага, значит, не прет данная комбинация. Да, я-то думал, а оказалось, что нет. Уходим, уходим. Давай, давай, тьму. Фундук 25 не интересует. Здесь что мы можем купить? Здоровье можем? Давай здоровье. Тут даже не, уже не обсуждается. Бросок 50%. Не надо. 72. Уже что-то. Тьма. Ну да, тьма. Зачем мне эти всякие понятные штуки? Не, ну я считаю, это прям офигенная билка. Но то, что нам дают 10, это, конечно, ни о чем. Так, здоровье улучшить, конечно, улучшить. Прям зачистка.
максимального уровня. Давай, давай, 25 здоровья. И усиление. Так, ничего нету? Да, давай усиление. Усиление мне надо. Можно сразу? Давай, давай, ломай быстрее. Отлично. Так, что ты можешь усилить? 3% или рывок. Естественно, удар. Так, отлично. Так, здоровье можешь дать? Чего? Плюс 25 без восстановления здоровья. Это как так? 21. Скорость передвижения увеличена на 20. Это что, типа максимальное здоровье, что ли? Походу, да. Блин, лучше бы, наверное, тьму купил. Печаль, беда. Так, здоровье, да, здоровье. У нас на магазин денег нема. Давай сразу, отлично. Так, и тьма, значит, сейчас будет бой. Босс-файт. Кто же это будет? Да, у нас теперь три валькирии. О, это Мэг. В смысле, нет. For all we've been through, never once have I wanted you to meet my sisters. Can't imagine why not. We had a lovely time getting to know each other. We laughed, we cried. My only regret was that you couldn't be there yourself. You don't know what you're saying. There's a reason that they're not permitted in the house. Oh, come on. One of us is going back there now. Уходим, 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 блин. Ранила. Давай. Ай-я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 й. Больно. Блин, твою мать. Почему мы? Ну, пора бы уже привыкать. Я к тебе привык, ты ко мне нет. Давай, 50 тьмы. Ух. Давайте потихоньку поднимаемся по лестнице. Правда, змеюку я, наверное, с таким здоровьем не прибью никак. Так, что нам дал Арес? Следующий дар, который ты найдешь, будет от Ареса с вероятностью 10% его благословения могут оказаться редкими или более высокого качества. Ну, такое себе.
Продавать мы ничего не будем, покупать мы ничего не можем. Идеальный расклад. Кстати, у нас почему-то уже две крови титана, я не знаю почему. Вроде как должна была быть одна. Хотя, а, нет, там что-то случайно попалось. О, Гермес. Пошлите к Гермесу. Ой, какой урон-то слабенький. То, что я стараюсь все сделать правильно. Так, из врагов парасол быстрее использует его несколько раз подряд. Каждый раз при входе в зал ты получаешь немного сокровищ. Черт знает зачем. А, с другой стороны. Не, давай, чтобы выпадал. А я постараюсь, чтобы он реально выпадал. Так, восклицательный знак. Да, восклицательный знак. Вот это, который вот на... Как его сказать-то? Кто поет? Эвридика? Так, что я хотел сказать? Тот, как его, ё-моё, не артефакт, а... блин. Короче, потом скажу. Eurydice, thank you for making me feel welcome in your pleasant home. Can't say the same for most places I've been lately. I have a small gift I wanted you to have. Oh, that's awful sweet of you, your royal majesty. Bringing me fresh ingredients like this. You know what? Here's something for you too. Help keep you safe out there. Thanks so much. Hmm. Спасибо. Hey, welcome. Ой, чуть не нажал. Так, что? Сладости. Боги от них без ума. До двух тайных случайных даров будут улучшены до следующего уровня редкости. До 4 твоих случайных даров получит плюс 1. Блин, а у меня всего 2. Редкий и ароматный напиток. Следующие 3 дара, которые ты найдешь, будут обладать улучшенной редкостью. So good. Так. Нельзя посмотреть, да? А, вот можно. Ух ты, героический. Редкий. Эпический. Блин, я правда не запомнил, какое было перед этим. Ну то, что героически сделал рывок, а, ну как сказать, рывок-то можно было и не делать героическим, лучше бы что-нибудь на урон, потому что урон какой-то у меня очень слабый, очень. Так, ну золотишко хотя бы 186. Маг или ой, о, магазин маг. Магазин или Зевс, естественно Зевс. Мне ему нужен дар дать, чтобы он мне немножко подсобил, так сказать.
Ай, блин, ты чё? Ой. Всё. Ой, мою мать, блин. Так, эффект молнии. Также электризует врагов. Блин, я так хотел дать ему удар. Ну и ладно, фиг с тобой. Твою мать. Зато нектар сейчас берем. Блин. Поспешишь, людей насмешишь. Здесь у нас еще ничего. Кто еще? Так. Давай. Отлично. Ух ты, тьма. Но у нас 66 здоровья, так что не пойдет. Это тоже не пойдет. Надо здоровье поднимать хоть как-то, а не к тьме идти. Ай, уходим, блин. Нормально. Лупим как можно. Давай, давай, иди сюда. Ай, блин. Блин, 70 здоровья. Гермес или... Давайте поехали к... в магазин. Гермес нам все-таки ничего не улучшит. Ну, значительно, я имею в виду. А так хотя бы какой-то шанс пить. И улучшение. И здоровье. 300. Да, хватает. И Афину. Так, давай здоровье. 92, офигенно. Улучшение, давай. Улучшаем что? Урон. И Афину. Так, бросок. Когда ты получаешь урон, враги вокруг тебя тоже получают урон и временно активируется эффект отражения. Наносит урон. Давай, фиг с тобой. Так, давать ему, не давать. По-моему, я ему уже давал. Больше не буду. Ну и все, собственно. Дальше босс. По ощущениям, это мой самый сильный ран. Но, как бы, его это не волнует. И учитывая, как я помню, сколько я ему урона наносил, и как мы были близки, мы были вообще не близки к тому, чтобы быть близки к тому, чтобы победить. Он наносит урона просто гигантское количество. Было 150, он нанес. Я извиняюсь. Дофига, уходить. Разве что вот так как
Отлично. Где? Отлично. Блин, 115. Это очень, блин. Прыгай, 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 отсюда, прыгай. Ой, прыгай отсюда, прыгай. Гидра, ты сдохла! Сдохла, гидра! Офигеть! Что это такое? Алмаз. Является одним из самых твердых. А их почти безграничен. Так, и мы можем отправиться по лестнике. Естественно, здоровья у нас крайне мало. Будем надеяться, что его хоть чуть-чуть восполнит. Ну как чуть-чуть? Значительно. Недолго радоваться. Три Мойры. Так, давай. 46, печально. Новинка. Давай посмотрим, что. В последней схватке в каждом регионе подземного мира получай 0 урона от первых трех атак врага, которые... В последней схватке в каждом регионе подземного мира получай 0 урона от первых трех атак врагов. В последней схватке. Понятно. Так. Ловушки наносит 500 урона врага. Это что, типа я за здоровье покупаю, что ли? Получить 47. Заплатив кровью. Ну нафиг. Получи 24. Ой, в смысле. Ну да, 24. Давай. Так, продавать мы ничего не будем. А у нас... Ух ты, Фербер. Да, так далеко мы еще не заходили. Ух. А здесь что, снега что ли какие-то? Нет. Элизиум. Куда надо подойти? You know, да. Побег из Асфаделя. Так, здоровье или улучшение? Естественно, здоровье. У меня здоровье просто. Мрак по здоровью. А ну иди сюда. Так, а это что, типа атака есть какая-то, бабочки? Бабочки. Все, давай, здоровье. 99. Конечно, все равно не радует. Не так сильно радует, как могло бы. Так, что же, здесь ничего нет? Это что, сундук или что? Ну так блестит. О, молот. Молот, естественно, молот. Бога никакого не выбираем. Выбираем молот. Кто у нас здесь? Уходим. Это что такое? Что за метка? Уберите метку с меня.
сундук, кстати, тем временем. Опа, уходим. Нифига себе, какой жирный. Вы видели, какой жирный? Давай. Так, атака бьет на большее расстояние и наносит 40% урона врагам вдалеке. Так, это тройной, это я знаю. Заменяется на бросок, наносит 50 урона. Атака бьет на большее расстояние, я думаю, так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. А это у нас на что? Забрать до 100 золота. Золото и усиление. Ну, давайте попробуем. 100 золота. Ну, хотя бы чуть-чуть я заберу. Терпим. Все. Сколько ж раз? Давай. Так, и усиление. Небольшое, но усиление. Какого-то из навыков. Я так чувствую, будет на урон. Естественно, на урон. Что же еще мне нужно? Ой, прыгаем отсюда. Нифига себе, это что такое, что за колесница? Так, давайте, дохните. Все, отлично, давай. Так, 136. А, это бросок. Рывок. И электричество, 145. Давай. Сочно. Так, сундука нигде нет. Это просто так. Магазин или золото? Я думаю, пора в магазин. Потому что зачем мне идти за золотом, если потом мы в магазин уже не попадаем. Это будет очень странно. Тем временем 150 и 100. Что нам важнее? Усиление и здоровье, кстати. Да, усиление и здоровье. Тем более 102, однозначно здоровье. Так, и бросок, конечно, такой сильный. Тут всего на 10, а тут давайте будем чаще им пользоваться. Так, Гермес, естественно, бога надо, бога войны надо, он нам очень хорошо помог в этом ране. Ух ты, Минотавр. Слушай, а пропусти меня тогда просто, если мне здесь не место. Ну давай, погоди, но ты же не чемпион. Кажется, мы его развели. Это новый босс. Мы уже до босса дошли. Уйди. Получи. Интересно.
мысль неуязвима. Что за фигня? Ходим. Мысли. Отличный бой, однако твоя техника меркнет в сравнении с мастером чемпиона Элизиум. Офигеть, я победил быка! Вы видели? Так, ему, кстати, мы больше не можем дать этот самый эликсир, так что... Давай, я согласен. Так, наносит больше урона после использования смерти. Урон на время схватки будет увеличен. Ну, такое себе. Это такое себе, особый удар. Ну, давай. Блин, офигеть, классный ран. Класс. Главное понять фишку. Что так можно. Что так можно. Это законно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой, как много пилок у меня, точнее, здоровья отобрали. Давай, сколько дали ты? 10, что ли? Эх, скоро ран закончится. Ма, 130. Блин, я даже не знаю, что лучше взять. Давайте нектар возьмем. Потому что нам его, по ходу дела, надо давать абсолютно всем. Who dies first? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Больно! Больно! Давай-давай-давай! Мочи-мочи, козла! Еще кто-то остался. Блин, и у меня 9 здоровья. Здоровье или бок? Блин, ну учитывая, что 9 здоровья, я, по-моему, ран потихоньку заканчивается. Что мы можем купить? Фу, мы можем... Атака наносит. Давай, давай. Давай. Ну, мало ли, может повезет. Так, бога мы, наверное, не будем брать. Мы будем брать максимальное здоровье. Хотя, по-моему, уже бессмысленно что-либо брать. А, блин. У меня же еще способность это была. Ё-моё. 108. Аккуратно. Живем, живем. До 18. 8. Ай, блин, 98. Бьют они, конечно, очень крепко.
но музыку могли бы сделать лучше. Какая-то фигня. Фу, 25 здоровья. Ну, ничего не приобрели. Не, мы приобрели. Чуть-чуть. Прям буквально чуть-чуть. Продлили свое существование. Так. Блин. Ну ладно, мы хотя бы у него здоровье купим сейчас. Бога не купим, бог это не купим. Купить. А, это усиление такое? Усиление. Давай. Боевые точки. А, понятно. Ну ладно, крит урон тоже хорошо. Опа, это что такое? Это что такое? Блин, неужели босс? Блин, это походу босс. Блин, 136. Очередной босс. Слушай, может что-нибудь дашь, а? Помощь. На. Нет? Glad you like it, mate. Thank you for helping me out with your supply, even if you fleece me with those prices. Три дорога. Ясно. Ну ладно, фиг с тобой. Блин. Ну ладно, погнали. Я не знаю, что нас там ждет. Какой босс. Блин. А, это и есть чемпион Минотавр? Это Геракл? А, Тесей. Theseus, no way. You two are legends. I'd be honored if we had a sporting contest here. Чё, надо сразу с двумя, что ли? Defend yourself, you blackguard, and may the gods show you some mercy, for I shall not. Блин, мое здоровье. Ау, блин, все. Да, но мы прошли очень и очень даже далеко. Я считаю, что это маленькая, но победа. У нас, по крайней мере, дофига стало его. Смеется. I've done the best I could preparing him, though I'm fearful it was not enough. No one ever has escaped this place. Your expertise has readied him, Achilles. Yet I sense it is your confidence in him which spurs him on. Do not lose faith in yourself now, lest soon he do the same. My faith is prone to shakiness at times. Ой, да ладно, все нормально будет, что ты, справимся когда-нибудь. Но это не точно. Но поговорить хочешь? My desk is far more organized than you, boy. And if you're so concerned about our court musician, why don't you commute a sentence yourself? Seeing as I haven't gotten around to it yet. Sure, happy to oblige. I'll just ask the house contractor since you're too busy. Contractor, mind locating the court musician's sentence when you get the chance? Что за музыкант? Что за фигня? There we go. Ничего не понял. Опа, Мэг, привет. What do you want from me? Leave me alone. I was just checking up on you. Just let me know if you wanted to talk. I'm not interested in having company, especially from you. You stay the hell away.
Так. Hey, Meg. Look, I know you're just doing your job out there, and anyway, found this, thought of you and all that, so here. I'll see to it this contraband is put away at once. Now, take your finder's fee and go about your business. Опа, серьга, череп. Спасибо. Так. Интересно, интересно. Блин, у нас остался только один нектар, и его отдать надо Зевсу. Я не помню, я Зевсу его дал в итоге или нет. Так. Что у нас тут есть? Так, однажды откроют часть кодекса. Типа мы открыли. Музыкант. Все, однажды. Так, смягчит наказание главного музыканта, осужденного на одиночество, заточенного в Тартаре. Сотрудничать с подрядчиком дома, чтобы освободить Орфея. Нифига себе, понятно. Ну ладно, будем искать. Так, 157 тем временем. Что мы можем улучшить? Толстую кожу. Давай. И толстая кожа. А это что? Дополнительный урон. Давай. Короче, потихоньку мы все это на максимум прокачиваем. И все будет ништяк. Так. А тем временем. У нас, кстати, всего 18 ранов, но тем не менее, скоро будет больше. Так. И. Что я хотел? Я хотел посмотреть, что нам дали за серегу. Она носит 20, когда у тебя 30% здоровья или меньше. Ну, такое. Прям такое. 6 ключей. На новое оружие не хватает. Так что, наверное, на сегодня последний достигнутый зал 37. Понятно? До конца игры мне еще очень и очень далеко. Но, тем не менее, спасибо сегодня за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.